Всем привет, и мы будем проходить сейчас Слендермен появление. Ладно, играем в старт гейм. Лайтинг. Загрузка. Ай, что ноги. Так, все пока что типично, но я сделаю звук чуть-чуть потише, то нахуй меня контузит, ебаный в рот. Пусть, блядь, так. Чувствительный где-то есть? Ебаный в рот. Блядь. Бля, кто там шастает? Как бегать-то? Ну нахуй, на клавиатуре буду играть. Пизду, ты прыгать не умеешь? Блять. Не. Чувствительность вверх-вниз что-то большая. Не, может есть где-нибудь чувствительность? Нету. Пустим. Ты. Дальше. Хуй его знает. Что-то со мной не так. А, я что-то не могу делать, у меня нет этого. Так. Насчет игры графон так достаточно хорош, так трава чем, блядь, странная. Хуй с ней. Не в этом суть. Блядь, что-то мне музыка даже напрягает. Сука. Что там такое? Сука, темнеет. Парень, давай бежи, беги быстрее, беги. Бежи. Опа, еще один автобус. Ты не автобус, это УАЗик. Давайте посмотрим, что у нас в УАЗике. Так, ничего не делается пока. Бля, где кто ходит? Ладно. Причудилось. Стерео, все нормально. Это, блядь, в одном ухе. Только стекозюк был. Сука. Темнеет. Блядство. Беги быстрее, Форест! Блядь, я иду вперед, он темнеет. Сука! Нет! Блядь! Не оставляйте меня одного! Фу, свет. Свет. Фонарик где?
Блять, я хочу на свет, блять, страшно. Что за страна звуки-то? Я издаю. Как это все двигается? О, он даже садится умеет. Что с телеком-то? Да! Фонарик. Заебись, под музыку-то хорошо. Давай-ка еще. Да блять, что это такая крутая мелодия? Ладно, херси. Не, блядь, лучше с фонариком. Или батарейка тут кончается. Как открыть дверь? Что-то я не понял. Как-то с дверями обращаться. А вот оно как. Ясно. Сука. Машин ты не можешь садиться. Блять! Сука. Мурашки, блядь, прошло. Прошли, блядь, по всему телу. Дар речи. Чуть не потерял. Сразу же увидеть Стендермана. Сука. Блять, а сюда мне, сука, обязательно идти. А! То он не залазит. Давай-ка вот тут. Блять, ты сзади меня там не случайно не появишься. Вот достижение, ёбаный ты ворот, какая радость. Куда нам хоть идти-то? Сука, кто-то ходил. Кто-то ходит. Сука, заперта дверь. Ёбаный в рот, что я делаю? Мне кажется, как-то я не туда иду. А, точно, я на втором этаже не был. Давайте посмотрим, что у нас на втором этаже. Что это было? Блять. Блять, может нахуй в пизду это? Тут одна дверь еще осталась. Сука, главное бы не появился тут сзади Слендер, блять, я нахуй. Сука, с ума сойду. Он хоть домой умеет проходить. Блять. Тупо ходишь и страшно. По крайней мере. Мне почему-то. Лук за. О, бля, хуйня какая-то. На это.
тут записки надо находить. Тоже так же, что ли? Фух. Куда пиздить теперь-то? Опа. Сука, не делай так экран. Ну нахуй, даже оборачиваться не буду, блять. Хоть интересно, но я не буду. Блять. Куда идти-то? Не понял. Может, обратно и надо идти? Что-то я не понимаю. Что это такое? Что-то я не пойму никак. Нахуй в пизду от всяких стандартов закроемся. Ну как это использовать? Пизду, что-то я не пойму. Что-то я не так делаю, может. Что за хрен? У меня есть кто на улице. Ладно, пиздуем, откуда вы пришли. Я больше не знаю, куда идти. По-моему. Так что-то тихо, больно. Не знаю, надо сюда идти или нет. Ладно. Там что-то с деревьями происходит. Так, по крайней мере, горизонт чист. Не знаю, что делать. Но он, сука, бегать точно не умеет. Не, походу туда не надо было возвращаться. Кладбище? Нет. Какие-то странные кусты, они отсвечиваются. Мой свет фонарика. Стоп, а вот этого, по-моему, уже не было. Или было? К
Куда я хоть прибыл-то? Alone for sale. Как пройти? Хер его знает. Так, я понял, сюда нам возвращаться не надо было. Извините, но я сейчас, скорее всего, нажму и продолжу. Опять стал дома. Я не знаю, что делать. Значит, вот я уже подхожу обратно к этому дому. Ничего такого странного не увидел, даже Слендера. Так. Так, дом-то есть. Толку только. Тут был мальчик. Ты здесь пройдешь? И что делать? Серьезно, что делать-то? Можешь куда-нибудь посветить вот так вот. Да не может быть так все тяжело-то. Вот путь нахер он тут нужен. Это телефон. Фон. Апа. Артуза. Да. Сообщи, что вы мертвы. Мертвы? Также использую на ЛПК действие. Так, походу в доме не серьезно больше нет ничего. Что вообще можно сделать, походу? Давайте еще раз на второй этаж сходим. Может, сверху посмотрим. Увидим что-нибудь. Разглядим. Как будто что-то я не... Что-то такое... Блять. Хер его знает. Понятия не имею. Что может быть еще? Блять. Походу нужен ключ, надо где-то найти. Я так. Потому что я попал все, кроме... Открыл дверь... Короче, все двери, кроме одной. Двух. И надо, походу, ключ найти. Мне так кажется. Так, а где его мне искать? Черт. Что же делать? Ёбаный твой.
столы. Надо проверить. Тут нету. О, телефон. Нету ключа. Что ты же делаешь? Телефон еще где? Чайник не стал, с которой. Что это было? Не знаю, но мне кажется, надо наверх подниматься и вообще ключ надо найти, мне так кажется. Но его почему-то нету. Опа. А этого я не видел. Ну черт возьми, что же делать? Может, что ломать, как ты дверь умеешь? Я знаю, что нужен ключ. Как тебя добыть-то? Что это было? Красная. Что ма? Мой мозг. Ладно, я пока что поищу ключ, я пока нажму на паузу. Я просто не могу ее долго, наверное, искать. Давайте подождем. Подождите, пожалуйста.